США со среды приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. Такое заявление у себя на сайте опубликовало американское посольство. В Москве визовая процедура будет недоступна до 1 сентября. В консульствах других городов ее прекратили на неопределенный срок. На такой шаг Вашингтон пошел из-за решения Москвы сократить количество работников дипмиссии США в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заявление американского посольства ответил, Кремль не планирует прекращать выдачу виз американцам в ответ на такие действия.